Всем привет, друзья! Здравствуйте! Как вы, наверное, уже догадались, я опять нахожусь сейчас на пароме, либо на лавсредстве. Все верно. Я сейчас переплываю с одного острова Индонезии на другой. Если быть точнее, с Суматры на Яву. Я нахожусь сейчас в Индонезии. Это самое крупное государство, архипелаг в мире. Здесь 18 тысяч островов. И только 6 тысяч из них обитаемы. Итак, Суматра — это самый западный и самый мусульманский остров. Вот видите, за моей спиной, абсолютно необитаемый остров. А Ява — это самый основной остров, где находятся вулканы в огромном количестве, причем действующие. И... чтоб ты провалился. И... ну ты в курсе. И столица ихняя под названием Джакарта. В общем, вы поняли, надо отплывать, а то меня сейчас тут загудят полностью. Не получится поговорить с вами. Меня зовут Олег Петров, я бью рекорды. Я проехал за последние сутки уже больше 500 километров, наверное, в одной машине. И в этой же машине забрался на паром. То есть я очень удачно словил и очень удачно поехал. И даже впервые в жизни освоил гидростоп. То есть я попал на этот паром бесплатно. Очень просто, нужно найти попутную машину, которая будет на него ехать. Родители меня накормили, напоили, Wi-Fi дали, зарядку дали. Я себе всю дорогу ехал, планировал свой маршрут дальнейший. Моя следующая остановка — столица Индонезии — Джакарта. Или Джакарта. Надо еще выяснить, как это правильно называется. Вот за моей спиной огромная куча различных корабликов. Вот тут еще плывут какие-то кораблики, паромчики и прочие плавучие средства. Когда-то в детстве я мечтал жить в тропиках, на маленьких экзотических островах, где нет ни души. Моя мечта становится реальностью по прошествии 30 лет. Мечты сбываются, друзья мои. Главное — верить в чудо, верить в то, что оно когда-нибудь произойдет. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, комментируйте хорошими словами. Меня зовут Олег Петров, всем привет, горячий, всех обнимаю и счастья, радости желаю. Увидимся на краю света. Пока!